Посещение детского сада как вопрос экономической значимости. При всей актуальности проблемы дефицита мест в дошкольных учреждениях района многие родители выбирают комбинированную систему посещения. Сегодня в сад пойду, а завтра можно остаться дома. В соответствии с положением об учреждении дошкольного образования, не посещать дошкольное учреждение ребенок может только по уважительным причинам. И только по уважительным причинам он не может быть отчислен из детского сада. На сегодня на контроле и Министерство образования, Управление образования, в том числе и отделом образования, проводится серьезная работа с руководителями дошкольных учреждений, с родителями по посещаемости дошкольных учреждений. Посещаемость некоторых дошкольных учреждений района в прошлом году составила менее 60%. При этом статья расходов бюджета, направленная на содержание и развитие детских садов, не уменьшилась. А пока одни формально числятся среди воспитанников ДУ, другие месяцами ждут своей очереди. Отдел образования предлагает свое решение вопроса. Мы можем предложить другие формы, значит, это игровая площадка по кратковременному пребыванию, по гибкому режиму. То есть обращайтесь, будем вместе решать вот эту проблему. Для того, чтобы предоставить место тем детям, родители которых действительно нуждаются в постоянном посещении дошкольного учреждения. Прогуливая детский сад, предоставьте документ. Только с начала этого года отчислено около 20 детей, которые длительное время не посещали дошкольное учреждение без уважительной причины. С предоставлением подтверждающего, значит, документа о том, что по уважительной причине не посещал ребенок, это справка по болезни ребенка, это, например, значит, справка о том, что мама находится в декретном отпуске. Естественно, оговаривая заранее, что, например, мой ребенок будет посещать, например, вторник, четверг, например, потому что так удобно. То есть по гибкому режиму работают многие родители, то же самое, график работы подтверждающие, что по гибкому режиму, и опять же оговаривая те дни, когда будет посещать ребенок. Очереди в детсадовское будущее сегодня ждет несколько сотен юных жителей Мозыря. Первый раз порог дошкольного учреждения переступит 1500 малышей. И чтобы не пополнить печальную статистику отчисленных, счастливым родителям нужно совсем немного – оглянуться на реальность и правильно подойти к решению проблемы. Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».